Сейчас я покажу, как можно добавить в одну картинку вторую картинку, или этот способ называется эффект наложения. Итак, переходим в файл, открыть, выбираем нашу первую картинку. Отлично. Опять файл, открыть, выбираем вторую. Так, вот вторая. Отлично. Дальше выделяем вторую картинку. Так, выделение, все. Дальше редактирование, копировать. Мы скопировали вот это изображение. Теперь нажимаем на первую картинку. Изображение, редактирование, вставить. Вставили. Нажимаем редактирование, свободное трансформирование. Отлично, теперь можно работать с данным изображением. Теперь мы его просто уменьшаем до нужных нам размеров. Так. И примерно вот здесь вот так выставляем. И все. Теперь дальше нажимаем Enter. И готово. Наша картинка наложена. Если вы хотите чуть-чуть изменить размер, поправить, если вам не нравится, как наложилась ваша вторая картинка, нажимаем редактирование, опять свободное трансформирование и чуть-чуть, и точнее редактируем, как вам удобнее. И жмем Enter и готово. Всем спасибо за просмотр.